Всем привет, всем здравствуйте, друзья, с вами Барат, и я продолжаю проходить игру Skyrim. Как вы помните, в прошлой серии я выполнял квесты на острове Солнстейм. Конкретно выполнял я квесты по ветке раскопки. Так, алло, можно пройти? Надоело мне бегать по Солнстейму, друзья, хочу вернуться в Skyrim. Хочу повыполнять квесты коллеги Винтерхолда. Давайте обратимся к капитану Гелунду. Отправиться в Виндхельм? Друг, отвези меня обратно в Скайрим. С превеликим удовольствием, но, разумеется, не бесплатно. Да, разумеется. Держи 250 золотых и поплыли. Скайрим. Дом, милый дом, можно сказать, что. Хочешь отправиться на Солстейн? Нет, только что приплыл, да? Зачем? Все, отправляемся, короче, в коллегию Винтерхолда. Я хочу, короче... помочь ученикам. Я так и не выполнил их квесты. Так, мимо как-то прошел. Но помочь им надо. Давайте для начала мы обратимся к Бриллине. Мне все еще нужна помощь, если у тебя есть время. Какого рода помощь тебе нужна? Мы все хотим стать более могущественными магами, да? Ну, конечно. Для этого мы тут. Слушай, а на себе ты не можешь практиковаться? Нет, такие заклинания никак. Поверь мне, если бы это не было необходимо, я бы не просила. Ну что ж, поверим тебе. Ладно, я помогу. Спасибо. Я уже боялась, что придется просить Джизаргу. Теперь встань вон там. Стой на месте, не двигайся. Стою, не двигаюсь. Вот. А теперь... Интересное заклинание, да? Знакомое заклинание. Реально знакомое. Перепроверила. Я была уверена, что результат будет лучше. Ради всех богов, скажи мне, что это не навсегда. Нет, конечно. По крайней мере, не должно. Ты скоро придешь в норму. И тогда мы попробуем это еще раз. А я все сделаю правильно. Знаете, что это за заклинание, друзья? Это заклинание «Ночное зрение из Обливиона». Реально. То есть зеленый свет, все хорошо видно. Выходишь на свет очень ярко там, видите, да? Дай пройти. В темных углах все видно. Это реально как заклинание «Ночное зрение в Обливионе». Охренеть. Оказывается, оно тут есть. Есть ночное зрение. Но ее просто не добавили. То есть мы не можем кастовать его на себя. Как-то бы научиться у нее выполнять вот это заклинание только на себя. Так, ладно, когда спадет, мы к ней вернемся. Давайте кому-нибудь еще поможем. А, Акано нет. Акано. Подходить даже не буду. Джзарго. Вот Джзарго я не помогал. Мистер Кэт, а ну вставай. Чем я могу тебе помочь, а? Ну так нормально. Старается, но не может справиться сам. Ты мне поможешь? Какого рода помощь тебе нужна? Сарга много трудился, учил новые заклинания, пробовал новые приемы. Это сделает Джзарга великим магом. Но Джзарга так много работает, что у него нет времени опробовать новые заклинания. Если ты ему поможешь, ему будет легче учиться. Джзарга даст тебе свитки, а ты их используешь и расскажешь про результаты. Хороший план, да? Ты скажешь Джзарга, что пора, и он даст тебе свитки. Дай-ка подумать. Ладно уж, я помогу тебе, давай свитки. Не можешь устоять, да? Ну да. Интересно, что будет. Особенно хорош против нежити. Должен ее сжигать дотла мгновенно. Джзарга даст тебе много этих свитков. Опробуй их и возвращайся. Расскажешь, как сработало. Хорошо. Так, 10 свитков это. 10 свитков он мне дал. Надо испытать. Клидию я оставлю, пожалуй, вот тут.
Тебе все еще что-то нужно от меня? Да. Я все еще здесь. Жди здесь. От греха подальше. Мало ли что случится там. Так, где мы можем испытать эти свитки-то, а? Нужен курган какой-то. Мустингвер. Не знаю, Сартал не подойдет, там слишком далеко бегать. О, ветреный пик. Давайте отправимся в ветреный пик. О, заклинание Брелина спало, надо будет к ней вернуться. Кстати, надо одеться. Так, одежда. По одежде надо обратно медный обруч одеть и золотое ожерелье. Чтобы я мог использовать смело свои заклинания. Так, свитки. Свитки Джзарга. Тоже возьму на слот. Ну и испытаем сейчас их. Тут по-любому кто-то есть, только предварительно сохранюсь я. А бандит очень быстро умирает, хп у него видно мало. Так, еще. Это лучник уже. Черт, а лучники-то больно кусаются, ты посмотри на это. ХП у него много. А ну-ка сделаем его так. Смотри, не добил его. Да ладно. Опять промазал, что ли? А сейчас? И сейчас не добил? Не понял, а почему? Давай так сделаем тогда. Рано, он что там, за текстурами стоит, что ли? Или он кастанул там на себя что-то, что его не берет магия? Он там, видно, за невидимой текстурой сидел. Странно. Ну ладно, бывает. Так, свиток Джзарга. Ну и проверим сейчас, на что этот свиток способен против нежити. О, ну гори-гори, ясно теперь, бандюга. Слушайте, пацаны, неплохие такие свитки, а? Совсем неплохие. О, сундучок. Но этого надо вскрыть обязательно.
Главное в перегрузне уйти без Лидии, а то будет жестко. У этого ХП побольше будет. Нет, немного ХП. Одним ударом раздавил. Да, давно я тут не был. Змея, змея, рыба, да? Да, змея, змея, рыба. Огненный шторм, ого, вот это серьезная вещь. Это реально серьезная вещь. Эти злокрысы умирают просто-напросто так, знаете, по щелчку пальцев. Вот эта тварь серьезная. Долго сгорать будет. В принципе, нормально работают эти свитки, разве нет? Так, тут у нас нежить. Давайте теперь проверим, как работают эти свитки на нежити. О, хорошо зажигаются. О, черт! Они взрываются. Хера себе, вот это вот проблемка. Ну-ка проверим. Да, когда подходишь к ним, они взрываются, валим. Валим отсюда. Они взрываются, и взрыв этот еще нехилый такой урон наносит всем вокруг. Вон, взорвались оба, оба сдохли сразу. Не, конечно, хорошие свитки, но, блин, очень опасные. Что там? Джзарга. Выполнил? Да. Все, можно возвращаться обратно к коту. Как хорошо, что я оставил Лидию тут. Я помнил, что у Джзарга там какие-то проблемы с этими свитками. Я не помнил, что точно, но оказывается, они взрываются, когда к ним подходишь. Точнее, нежить взрывается, когда к ним подходишь. А вот люди не взрываются, пауки тоже не взрываются. Так, где Джзарга? Надо доложить ему о ходе эксперимента. Правда, найти еще этого кота надо. Ну ты тут, Толдер тоже тут. Где кот? Кота нет. Нет кота. Блин, где этот кот? Мне все еще нужна помощь, если у тебя есть... Где выход? Надо найти его. Где может быть этот кот? Вот он. Привет, Джзарга. Ну, видишь ли, Псиджики не со всеми разговаривает. Слушай, Джзарга, у меня дошли руки до проверки твоих свитков. И как? Они замечательные. Слушай, мистер Кэт, тебе бы поотрезать ногти за такие эксперименты. Ты точно не хотел меня угробить? Джзарга должен понимать так, что не все пошло хорошо. Не совсем. С людьми хорошо, а вот когда подходишь к драуграм, они взрываются. Друг Джзарга,
только друг может так помогать другу. Джзарга благодарит тебя. Ну ладно. Джзарга благодарит меня. Теперь я могу взять его в напарники, да? Ну, как-нибудь возьмем, побегаем. Так, кому бы мне еще помочь, а? Интересно, кому бы мне еще помочь? Давай вернемся к Толдеру. Хорошо, что в Скайриме еще остались такие, как ты. Это дает старику надежду. Толдер, у тебя на лице написано, что тебе нужна помощь. Вообще-то да. Я, похоже, кое-что потерял. Эх, старость не радость. Не могу найти свой перегонный куб. Я мог бы взять другой, но... Звучит глупо, но у меня с ним связаны приятные воспоминания. Если вдруг найдешь его, принеси, пожалуйста. Хорошо, принесу. Встречи. Если найду, то принесу. Так, кому бы еще помочь? Давайте к Калете обратимся, может, ей нужна помощь. Где Калета-то, а? Она, по идее, должна быть на втором этаже где-то. Так, это не то. Это зачарователь. О, кстати, вот и куб Толдера. Заберем, отдадим. Вот и Калета. Ну, конечно, конечно. Это даже бесспорно, Калета. Слушай, тебе и нужна помощь. А ей, походу, не нужна никакая помощь вообще. Ладно, пошли отдадим это Толдеру. Надо будет, кстати, колдуна спросить, может, ему нужна какая-то помощь. Толдер, я нашел твою пропажу. Всегда будет на твоей стороне, что бы ни случилось. Мы всегда поддерживаем друг друга. Твоя пропажа у меня, вот держи. Спасибо тебе. Неплохо, 30 золотых дал и маленький камень душ. Слушай, Толдер, тебе доводилось слышать об Авгуре Данлейском? Так-так, этого имени я уже очень давно не слышал. Боги, я уже много лет с ним не говорил. Думаю, он по-прежнему внизу, в Мидоне, но не могу утверждать. Ты пойдешь к нему и давай ему от меня привет, ладно? Где находится Мидон? Под коллегией. Это не самое приятное место, так что если пойдешь туда, будь начеку. Хорошо. Можешь рассказать мне немножко об Авгуре? Видишь ли, это было очень давно, еще до меня. Но я слышал разные истории, как и все остальные. Он был блестящим учеником, а потом стал опытным магом. Занимался такой магией, которой другие подступиться-то боялись. Но мне кажется, он слишком уж увлекся накоплением могущества, и это привело к катастрофе. Катастрофе, говоришь? А не связано ли его накопление могущества с обрушением Винтерхолда? Интересно, да? Ну что ж, побежали тогда. Вход в Мидон находится вот тут вот, в этом углу. Вот видите, Мидон. Но, друзья... В Мидон мы отправимся, конечно же, в следующей серии.
Ну а тут мы будем заканчивать. Кому понравился видосик, не забываем ставить лайкосик. Также подписывайтесь на мой канал, кто не подписаны. Не забывайте, друзья, чем больше вы будете поддерживать видео по Скайриму лайками и подписками, тем больше видео будут выходить. Если не будете поддерживать лайками и подписками, то Скайрим я записывать не буду. Что уж тут поделать. Иначе зачем мне стараться, правильно? Также не забывайте писать свои комментарии. Ну а тут я с вами прощаюсь. Всем удачи и добра. Всем пока. Ждите следующей серии про Мидан.